моих осиротела. Мой отчий дом, где я когда-то рос, в нем жаворонком детство отзвенело. Под сенью ив и шелестом берез меня, как зорьку, в нем встречала мама. Учил любить свой дом и жизнь отец. Теперь их нет, теперь их нет уже, но дом их голосами зовет меня. Паш! Чего? Не твой ли отец поехал? Что ждет меня в грядущем, я не знаю. Но дом и нынче дорог мне и мил. И мысленно здесь снова повторяю, мой первый шаг большой и светлый мир. Thank you.
Бог в помощь! С приездом, Сергей Михайлович! Спасибо, Клава, спасибо. Снова в отпуск? Да вот, на недельку, без содержания. На недельку до второго. Здрасте. Здрасте. Ну, как там жизнь городская? Да, как везде. День, две ночи, сутки прочь. О, чего-то вы грустный. С чего ты взяла? Невеселый. При вашем положении сейчас вам, ну, никак не гоже грустить. При каком положении? Ну, как при каком? У вас новая жена и там прочее. Вам сейчас нужно хвост морковкой держать. Это я в нове скоро год уж как. Хорошо, нынче картошку уродил, да? У вас не хуже будет. В этом году дружная. Дождички вовремя прошли. Куда? Матроськов колорадских с Павликом вашим регулярно травили, так что порядок. Спасибо, спасибо. Дать Павлику спасибо. Я бы без него сама бы никак не справилась. А хозяин как же? А, шабашт. Меня иначе как соломенной вдовой сейчас и не зовут. Аж в Алтайский край черти занесли. О, далековато. Далековато. Пишет, чем дальше от дома, тем рубли длиннее. А вот и Павлик ваш. Ага, спасибо. Здорово, бать. Здорово. А я от столовки ед, гляжу, вроде твоя. Наша. Предупреждать надо. Мы бы хоть с Наташкой убрались. В хате, небось, пауки да пылища. Нормально. Слушай, а ты же отпуск-то зимой отгулял. Взял за свой счет. А ты в городе добываешь, так мог бы заглянуть к отцу-то. Да я же не сам, всегда при Катерине. А она, сам знаешь, как закон. Не отойдешь. Тут ты больно запанибрат с начальством. Да ее за глаза иначе не называют. Ну, в лицо-то понятно. Катерина Васильевна. Правда, Клава? Правда, правда, Павлик. Здорово. Салют. Ну, как там Наталья? Нормально. Витаминчиков хватает? Хватает, хватает. Ой, молодежь. Похудел. Лето. У Катерины, сам знаешь, рабочий день от зари до зари. Вот прошусь на грузовую, не отпускает. Ну, я пойду. Обожди. Тут это... Сейчас. Татьяна Александровна просила вот передать вам Наталье. Да ты что? Ну, у нас все по горло. Бери, бери. Ну, куда с такими торбами по проселку-то, ну? Вечером сам привезешь. Ждем. Мань, привет. Наталья на месте? Все в сборе. Политчас. Порторкин что-то заправляет. Понятно. А вас почему не охватили? Здрасте. А пост на кого кинул? Лиса-то сучка до того обнаглела, что сквозь проходную стала шастать. Ну ладно. Ты чего, врать буду, что ли? Ты бы, Павлуша, походил по лесополосе, попужал. А то я боюсь ружо в руки-то брать. Ну ладно, готовь боеприпасы. Спасибо. Израильские агрессоры, как сообщило агентство Джана из Бейрута, вновь обстреляли населенные пункты Кафра, Харис и Матру. Среди местного населения имеются жертвы. Под предводительством израильских инструкторов подразделения карателей из марионеточной армии Южного Ливана вторглись в деревню Кири и учинили в ней погром.
Здрасте, Артем Иванович. Подождать не можешь? Спешу, Артем Иванович. Артем Иванович, разрешите? Ну, ступай, Наталья. Несмотря на длительную блокаду Бейрута, ливанская прогрессивная молодежь... Что случилось-то? Батя приехал. Что, правда, что ли? Да правда, это правда. Вечером в гости придет, а на кухне шаром покати. Ну так что? Так что? Куда деньги-то подевала? Я все перерыл. Но сегодня остановка должна быть, я думала, вдруг дефицит. Ну давай, 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 гони деньги. Сейчас? Под напором прогрессивных сил и ливанской армии сопротивления. Угощайтесь. Девчат. Спасибо. Сорокин, а ведь на птичнике политинформатором значишься ты, если мне память не изменяет. Не изменяет, Артем Иванович. На птичнике бывают часто, вон, девчат не дадут соврать. Да, бывает. Но только вот до громкой читки я не опускаюсь. А что же в ней читки плохого? Нет, вообще-то, если для галочки, то ничего. Но только, честно говоря, метод первобытный. Что же в ней особенно пещерного громкой читки? Когда раньше на полуграмотную станицу приходил один экземпляр газеты, это еще куда ни шло. А теперь, когда в каждом доме газеты, журналы, радио, телевидение... Да не слушайте вы его, Артем Иванович, ему бы лишь поспорить. Погоди, иди. Наталья. Да при чем тут поспорить? А может, тех ливанских деревень уж в помине нет, а вы... Харис Матра. Извините, пожалуйста, дело ждет. Сорокин, да, мы на эту тему с тобой еще поговорим. Ладно, ладно. А, вот и транспорт пришел. Погодите с арбузом, девчата. Погрузим потом. Можно? О, здравствуй, здравствуй. Это ж сколько лет, сколько зим. Да вроде месяц назад все увиделись. Ну, одно дело в области, другое дело здесь, дома. Прям даже не знаю, Сорокин, в какой угол тебя сажать величать. Где тут у тебя стульчик для просителей? Ха, выбирай любой, не ошибешься. Всем только дай. Ни одна душа еще не пришла и не сказала, возьми. А тебе что надобно? Не спешишь никуда? Для тебя всегда, пожалуйста. Видишь, Катерина Васильевна, решил я материну хату продать. Ну все, годовщину уж смерти отметили, а так стоит беспризорная. Отмечать надо было, Сорокин, здесь. Мамаш твою, почитай, вся Низовская знала. Или побоялся, накладно выйдет. А памятник установлю, тогда уж, как положено, отметим. Тут видишь, в чем вопрос. Вот при этой купле-продаже огород в прежних размерах нельзя ставить. А то, сама понимаешь, без огорода на хату охотников не шибко много. Ну, по идее, огород должны были отрезать, как только ты вступил в права наследства. Но, однако, учитывая, что Павлик твой в низинке оставили в порядке исключения. Ну вот, а теперь нельзя в порядке исключения. В сельсовете был? Ну, что в сельсовете? Земля колхозная, говорят, на усмотрение председателя. А ты бы им ответил, земля прежде всего советская, а потом уж колхозная. Все ведь знают, как ты скажешь, так и будет. Гляди-ка, сластить научился, а здесь был железо. А что, не так, что ли? Так-так, только что-то раньше времени шебуршишься. Может, твоему будущему покупателю лишние сотки вовсе ни к чему. Да это как раз наоборот. Условия поставил. Ага. Значит, покупатель уже есть. Да, случайно встретились, разговорились. Он здешний, низовский. Так давно уж уехал. Но сейчас вышел на пенсию и, как говорится, потянул на землю отцов. Ты же знаешь, у меня своих пенсионеров до 200. Но своих случаев врала кликнешь, всегда отзовутся, а ты мне подсовываешь дачника с удочкой. Да у этого свое хобби. Художник. Ну,
Дачник с этюдником, разница невелика. Была бы рабочая единица. Рогачев слушает. Виктор Иванович, сводки вам отправлены за техником Виноградовым, так что наберитесь терпения. Подождите. Да, всего доброго. Сводки, сводки. Не будь сводок, что вы там делали. Это кто же вы-то? Чиновники. Районные, областные. Крепко ты их любишь. А за что вас любить-то? Помощи никакой. Зато палок колеса не сосчитать. А если учесть, что конторы ваши, как паразиты, высасывают самый цвет из хозяйств. В прошлом месяце главного агронома в район забрали. Умница. Светлая голова. Мы с ним столько напридумывали, столько затей. Бац, в райцентре встретила, говорит, пишем буквы. Ну, тоже не дураков же туда брать. Слышала. Свой клан выгораживаешь. Да при чем здесь клан? Ну, действительно, если толковый работник, почему же ему не дать простор для деятельности, для роста? Наоборот. Его из земли выдернули. Парень руками и ногами упирался. С трибун кричим о разумном подходе, а на деле... Вместо толкового агронома на земле получили еще одного чиновника. По мне в свое время ты так не убивалась. Все течет и меняется. А теперь пожалела бы, не отпустила бы. Не скажу. Да ладно, не говори. Ты как насчет огорода-то распорядись? Ну как? Вынесем направление, оно и решит. Ты что, серьезно, что ли? Вполне. Когда у нас следующее заседание? Ну-ка. 16-го. Да и вот все на неделю взял. Без содержания. Да. Но я бы на твоем месте это дело потянула. Да. Торговать удовольствие, прямо скажем. Верю, верю. Сказал, продаю. Мне у человека стороннего и то. Вот здесь вот дрогнуло. Видишь, твой покупатель... Одно возвращение на землю отцов за счастье почитает. А у тебя живая хата. Не гони лошадок, Сорокин. Надышись напоследок воздухом родного дома. Рогачева слушает. Здравствуйте, Василий Петрович. Да я со стройки только что вернулась. Какой сюрприз? Ну, при встрече так при встрече. Кстати, у меня к вам тоже сюрприз небольшой имеется. Вот рядышком сидит. Ну, вы свой скрываете, я промолчу. Так что договорились, встречаемся прямо на комплексе. Хорошо. Соковников. Догадался. Молчит мой замполит. Слушай, ты на машине? Да. Подбрось меня на стройку. А то Павлик до конца дня отпросился. Это зачем? Ну, видимо, собирается встретить тебя по высшему классу. Ну что ж, поехали? Поехали. Надя, Артем Иванович появится, скажи, что прямиком ехал на комплекс. Сам Соковников едет. Угу, хорошо. А ты, Чумакова, подожди. Я скоро вернусь. Надь. Ну, напечатай, пожалуйста. 3 года строили. Не дозовешься, не докричишься. А к сдаче зачастили. Ну. Только успевай встречать, провожать. Охо-хо. Павел сказал, что ты уже не в агропроме. Сократили. Крепко тряханули аппарат. А теперь? Трудоустроился. Куда, если не секрет? Профиль тот же, животноводство. Кош-клич. Почти. Областное общество кролиководов. А, тоже мясо. Тормози. Петровна! Здравствуй, Васильевна. Здравствуй. Здравствуй, Михалыч. Здравствуйте, Паша. Ну как твоя здоровочка-то? Да ничего, а твое как? А, серединка наполовинку.
Была я в районной аптеке и в областном центре. Нет твоего лекарства. Что будем делать? А рецепт сохранился? Ну, а как же? Ну, зайду возьму. Может, сын достанет. Он у меня в разъездах. А какое лекарство истинное? Да шут его знать там по латыни. Слушай, а у тебя в лечебном мире случайно мохнатенькой лапки нет? Нет. Есть только у супруги. Слышь, Петрон, Михалыч рецепт возьмет, глядишь, черного хода и получится. Спасибо. Давай. Спасибо. Ну, счастливо. Пока. Ой. Ну, малышня, пошли. Ну, хватит баловаться. Дома свой есть. Ну, обед пора. А наш теленок лучше, правда? Вот, ты все взяла, не забыла? Да, платочек у меня в кармане. Правду говорят, кто живет тихо, тому приходится лихо. Труженица каких поискать, не пьет тебе, не курит и мучится. А к другим алкашам тунеядцам ни одна зараза не прицепится. До поры до времени. Угу. Тормози. Здравствуйте, товарищи. Ну и что вы здесь затеяли? Для молодых специалистов. Ну и себе заодно. Фундамент под будущую старость. Так у тебя же вроде квартира приличная. На квартире квартиранка живешь, а здесь я буду хозяйкой. Мое Сорокин. И ничье больше. Ну как? Ничего, нормально. Небось, в расчете на сына. Себе говорю. Он когда институт-то заканчивает? Весной. Ну, то будет у тебя свой агроном, а ты переживаешь. Ему аспирантуру предлагают. Ну что, молодцом. Нет. Пусть вернется сначала. Отработает колхозные денежки. Поживет в новом доме. Глядишь, расхочется возвращаться в съемный угол городской коммуналки. Так вот, подо что фундамент-то затеян. А то старость, старость. Ну ладно, поехали дальше. Поехали. Прости, Василий, не признал. За стеклом не видно. Думал, чужие. Здравствуй. Здрасте. Жигуль какой-то. А для своих где с барьера разве не обязателен? Извини, извини. Начальство из города не появлялось? И бог миловал мне. Ну, появится, смотри, заставь по всем правилам. Обязательно. Микроба, она в рангах не разбирается, для нее все равны. Ну, да. Смотри. Ну, я поеду. Соковникову там привет передашь. О, а я ему сюрпризы пообещала. Прям такая уж ему радость со мной встречаться. Потом у вас дела, а я путаться буду. Ты не сторонний, новостройку посмотришь. При тебе затевалась. Да? Пошли, пошли. А то уже забыл, наверное, как навозом пахнет. Да я его побольше твоего перенюхал. Навоза-то. Извини, пошутила. Галя, здравствуй. Здравствуй. Ну, как у нас с планом? В этом месяце будет, а насчет квартального не знаю. Ну ничего, что-нибудь придумаем. Ну как, смеси идет? О, за них не волнуйся. Опять транспортер сломался, зараза. Слесарь за запчастями поехал. Жили опорой на вилы да бабьи силы. И коровы были сыты. И чистота. А теперь техника. Что ж железо спросишь? Ну, кормораздатчик-то пусти. Поговори-то мне проходит. Вы же как прожектировали? Подача кормов транспортер, уборка навоза транспортер. Красота. Ага. А теперь транспортеры поизносились. А новых не дают. Вот и получается. Гладко было на бумаге, да забыли про враги. А по ним ходить. Бывай, Галя. Бывай здорово, Васильевна. Thank you.
Приехал. О, вот сюрприз так сюрприз. Да. Здравствуй, здравствуй. Что, тянет в родные места? Я тоже, знаешь, пока язву не скрутила, каждый год сюда отдыхать приезжал. А сейчас все поближе к водам минеральным. По тебе не скажет, цветешь, дай бог каждому. Это так показное. Как у тебя дела? Я слышал, сократили вас. Эх, знал бы, тебя из района не отпускал. А вы не переживайте, он устроился лучше быть не может. Да? В обществе кролиководов. А, ну, тогда все в порядке. Слушай, у меня вот какой вопрос. В среду приезжает областное телевидение снимать сдачу коровника. Ну, знаешь, все надо подготовить так, чтобы все прошло без всяких этих. И по возможности красиво. Ну, там с передачей ключа. Какого ключа? Ну, символического, конечно. Строители сдают, пусть они и думают. Ну, ты же знаешь, строителям некогда. А твой токарь за милую душу к среде выточит. В среде сдачи не получится. Почему? А вот и потому. Пошли глянем. Прошу. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Добрый день. Ну что, 15-му закончите? Ребята вкалывают полный световой день. А конкретнее? В принципе, остались мелочи. Так. Но, к сожалению, Катерина Васильевна вдруг... Да какой вдруг? Как не приду, болото и болото. Он мне объяснял, будто сточные лотки мусором забиты. Ха. Вчера немного разгребли, а болото так и осталось. Проверили уровнем. Оказалось, уклон 0 градусов. Ну что же вы, дорогие мои. Да ничего страшного, Василий Петрович. Просто сейчас воды мало, вот она и растеклась. Побольше соберется, сама под уклон и уйдет. Закон физики. Да нет же уклона. А потом подмешается солома с навозом. И вообще, по уши в грязи утопнем. У нас в Черняевском районе примерно... Рабу я видел ваш Черняевский район. Так там зиму помучились, а потом пришлось таки уровень пола поднимать. И здесь сантиметриков бы... 5 и хорош. Да вы что, товарищи, это же 40 кубов бетона! А мне-то какое дело? Спокойно, спокойно, товарищи, идемте. Не будем мешать людям работать. Устранять, конечно, надо, это будет сделано в любом случае. Но, повторяю, главное, что 15-го здесь будет телевидение. И... Начхать я хотела на ваше телевидение. Мне главное, чтобы жили в чистоте и сухости. Катерина Васильевна, давайте обойдемся без этих... Возможность выйти на телевизионный экран области представляется району не каждый день. Тебе может и начхать, а району это вовсе не безразлично. Что вы предлагаете? Ну что, ситуация, в общем-то, банальная, поэтому и предложение будет соответствующее. Подпишешь акт приемки, получишь символический ключ. Ну а строители, я полагаю, в течение недели устранят все недоделки. Акт будет настоящий или только для телевидения? Ну, конечно, настоящий. Но вы сейчас здесь между собой железно договоритесь, что все недоделки, все... Да не устранит он их. Что значит не устранит? Федор Трофимович, а? Конечно, предложение в основе своей хорошее, но... Ну что вас смущает? Да нет, я в принципе за. Ну, значит по рукам, а? Пусть он расписку напишет. Какую еще расписку? Я, прораб Сиренко Федор Трофимович, обязуюсь недельный срок после официальной сдачи корпуса поднять уровень пола. Извините, я пришел на объект, когда бетон в основании был уже уложен. Угу. Так почему же я должен брать на себя за кого-то дополнительные... Пожалуйста. Федор Трофимович, простите, но я вас не понимаю. Только что вы были за, а теперь начинаете отрабатывать... Да нет, я не отказываюсь. Но ведь я всего лишь прораб. То есть производитель работ. Угу. В моем распоряжении только рабочая сила, в ее чистом виде. Да что вы мне прописи читаете? Перед вами поставлен четкий вопрос, на который требуется определенный ответ. Да, да, нет, нет. Да ведь к этому и подвожу. Рабочая сила есть, ребята выложатся. А материалы? Как начальство посмотрит? Ну, начальство это моя забота. Мне главное, чтобы вы между собой договорились. Причем здесь, сейчас, на месте. Я не против обоюдной договоренности, но зачем же расписка? Ну, видимо, Катерина Васильевна желает застраховаться от каких бы то ни было неожиданностей на все 100%. Василий Петрович, ну вы-то знаете, после акта мы почти по месяцу сидим на каждом объекте. Так или нет? Сидите, к сожалению. Но до сих пор с меня ни разу не требовали никаких расписок. А тут, сами понимаете... Катерина Васильевна, а он прав. Тут надо или-или.
Ну да, у нас сплошь и рядом. Тонет топор, сулит, выручишь, топорище жаль. Ищи потом, не доищешься. Так куда же мне бежать? Через неделю у вас же приступаем к новому птичнику. Тем более. Катерина Васильевна. Смотрите сами, Василий Петрович. Мне главное, чтоб до ума было дело доведено. Ну что, по рукам? А? Да, бывало, что Сокольников интересы хозяйств перед партнерами не так отстаивал. А у нас с созданием агропрома что-то вроде установки. Конфликты свести к нулю, вот и сводим. Так ведь можно и эту, как ее, совесть к тому же нулю. Да нет, все предел дозволенного, конечно. Считаешь? Со стороны глядеть. Может, оно и не совсем. Ну, допустим, сказала бы я сейчас нет. Банк начнет мурыжить с кредитами на птичник. План строителя окажется под угрозой, а значит и премия тоже. О них и без того кадровая текучесть. Потом приедет первый, и все сведется к варианту Сокольникова. Так что и в таких случаях приходится учитывать фактор конечного результата. Сокольников гарантирует, я знаю. Я на твоем месте гарантийную записку Сокольникова взял, не с прораба. Вот потому ты и не на моем месте. Поступай по-твоему, и я давно была бы уже где-нибудь... В обществе охраны природы. И чё? Потом на чиновников в бочке капни, не помогай. А как же вам помогай, когда сами создаете видимость благополучия? Все хорошо, прекрасная маркиза. Резонер, не меняешься? Ну ладно, замнем, а то еще поругаемся, как в старые добрые времена. И отправление? Домой рули, ко мне. С мужиком поболтаешь. Да не могу, я своим обещал, жду. Жаль. Ну, хоть до дома-то подбросишь? Но ежели за отдельную плату. Паша! Чего? Иди папу встречай. Сейчас. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Здрасте. Ну, как вы тут? Ничего. Ой, зачем столько-то? Паша, посмотри, ужас. А он думает, мы здесь с голоду пухнем. А может, я у вас столоваться надумал? Ничего, как прокормим. Ну. Пошли в дом. Проходи, проходи, бать. Это... Узнал? У бабушки на чердаке я нашел. Ветеран. 1886 год. Я на нем два вагона кирпичей истер. Химия Наташка штудирует. А-а-а. На заочное собирается. А ты? А я потребности не ощущаю. Гляди, парень, ощутишь, поздно будет. Пойдут пеленки-распашонки. А зачем? Что зачем? Зачем учиться? Перейду на грузовую, будет 200, инженерский оклад. Практичный ты у меня. Все на деньгу меряешь. По-твоему, рассуждать и Наташке диплом ни к чему. Две с хвостиком она уже имеет. Да ее девчонки втравили. Неправда, я сама. Втравили. Они в обязательство пункт включили. Вырастить за пятилетку двух дипломированных специалистов. И жребий пал на Наташку и на эту, Чебакову. Неправда, Сергей? Что в этом плохого? Это идиотизм. Государство идет на затраты, чтобы заполучить специалиста. А у них все упирается в обязательства. Сергей Михайлович, что же он такой злой-то? Да я не злой.
злой, потому что сегодня с Калашниковым совершенно из-за ерунды поссорился. О, призналась, из-за ерунды. Я тоже говорю, занимаюсь ерундовиной. Приезжай сегодня на птичник. А Калашниковым читает вчерашние газеты с позавчерашними новостями. Но ведь это мероприятие явно для галочки. И на уровне каменного века. Ну вот ты все время так. Ребятки, а может ужинать будем, а? Ну вот золотые слова, потому что я вообще не знаю, как с ним разговаривать, он как порох стал. Да нормально, я просто, это меня бесит. Тем более, что я к вам пришел не просто ужинать. Посоветоваться надо. Что если нам бабушкину хату продать? Если с покупателем полная договоренность, зачем же наше-то мнение? Ну, вдруг у вас какие-то свои планы. Тогда можно и отказать. Нет, зачем же отказывать? Вот и я думаю. Стоит хата без дела, а лишний рубль он и вам не помешает. Дом-то ведь в кредит и мебель в рассрочку. Лично ты так считаешь? О чем ты? Ну, я про лишний рубль. Ты так считаешь или Татьяна? Паш. Ну, во-первых, для тебя она все-таки, наверное, Татьяна Александровна. А потом она к этому делу никакого отношения не имеет. Сомневаюсь. Ты бы сам никогда не додумался хату продавать. Да зачем она нам нужна, хата эта? Жить? Кому? Тебе. Приехал бы и жил. Но, увы, Татьяна Санна категорически против. Паша. Чушь какая-то. Хорошо, тогда... Про судака совсем забыла, сгорит еще. Обожди. Мы люди родные. Между нами никаких секретов не должно быть. Да и серьезно, Сергей Михайлович, в духовке сгорит. Чудной какой-то разговор получается. Ты меня вроде как в чем-то обвиняешь, а я, извини, никакой особой вины за собой не чувствую. Нет, бать, я тебя не обвиняю. Я выяснить хочу. Ну? Мы же с тобой люди родные. Вроде. Давай откровенно. Давай. У меня тут как-то с Катериной в машине разговор зашел. Ну, я и говорю, что из села ты ушел от воспоминаний. Ну, после маминой смерти. Ну, из управления в область тоже понятно. В обойму попал, там не спрашивают, хочешь, не хочешь. Так? Ну, дальше. Ну, после-то реорганизации. Ну, когда ты из этой самой обоймы выпал, у тебя же была полная возможность вернуться. И что ж, Катерина Васильевна, на это? Она мне говорит, что если захочет в городе остаться, ему там Татьяна Санна местечко подберет. Ну, она, конечно, шутит. Но ты пойми, мне это слушать. Спасибо, сынок. Понимаю. А ты не спросил Катерину Васильевну-то? Она-то согласна на мое возвращение? Ну, конечно, о чем речь? Это она так сказала. Бать, да нет, ну ведь это же естественно. А-а-а. Пойми, что у нее с новым зоотехником взаимоотношения не сложились. Ты ее спроси сперва. А потом упрекать будешь. Еще минута, и судак в сметане. Пальчики оближешь. Да подожди ты со своим судаком. Ребятки, ребятки. Извини, Наташа. Извини. Нет, в одном ты безусловно прав. Будь я один, конечно, все было бы иначе. Наверняка иначе. Но есть Татьяна Александровна. Есть. У тебя же есть перед Наталкой определенные обязательства. Наталка мне человек родной. А Татьяна Александровна для тебя... Паша. Ничего. Ничего. Он же не знает наших отношений. Догадываюсь. Ну, какие бы они ни были, они мои. Да бога ради, живите как хотите. Только не надо перед нами разыгрывать полное благополучие. Как будто ты являешься хозяином положения. Не все идет так, как тебе хотелось бы. Сергей Михайлович. Куда же вы? Сигареты в машине. Сейчас я.
Паша. А? Два. Господи, да чего же ты грубый, Паш? Да не груб я. Но все равно, прежде чем сказать, надо ж подумать, как твои слова отзовутся. Он спросил, я ответил, а уж там нравится, не нравится. Я затеял продажу хаты, он. Да и не он, я на 100% уверен, что идея принадлежит его Татьяне. Вся камешками сияет, мало. Дай, думает, еще хапну. Ну, разберись спокойно. У нас дом, у него квартира в городе. А хата старенькая стоит, за ней ухаживать надо. Чего ты не понимаешь? Куда уж нам? Бабушка специально завещала хату на него, понимаешь? Не на меня, хотя я рядом была, а на него. Она до конца верила, что он вернется. Да не вернется он ему и в городе хорошо. Да плохо ему там. А он говорит, что все нормально. Мало ли, что он говорит. Он же нас огорчать не хочет. Я глаза его видел. Добрый вечер. Добрый вечер, Павел. Колесо спустило? Да вот, видно, гвоздь отпоймал. А вам телеграмма? Да. Думаю, дождусь вас, а то мне завтра рано на птичник. Спасибо, спасибо. Буду в воскресенье, первой половине дня, Лукашин. Гости? Да вот. Может, поужинаете? Я котлетки изготовила вкусные. Ой, спасибо, Клавочка, я только что у своих отужинал. Тогда, может, чайку? У меня электро сейчас вскипит момент. Ну, раз ты электро. Я быстренько. Вот доставай, тут что-то положила хозяйка моя. Полык осетровых рыб в ломтиках. Икра зернистая, 100 грамм, черная. И чай. Чай, видно, сорта краснодарский. Ну, хватит, Клава. Кучеряво. А я вам какие-то котлетки подсовываю с морковкой. Да, видно, правду говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ладно, и богу обижусь. Больше не буду. Ну, так что, может, мы под эту закусочку что-нибудь покрепче сообразим, а? Садитесь. Ой, спасибо. У меня венцо домашнее, закачаетесь. Ну, я думаю, мы его под занавес продегустируем. При отъезде? Да вот... Кончается наше соседство, Клава Дмитриевна. Телеграмм-то от покупателя. Что? Своего вероятного соседа. Ой, меня ваше соседство больше грело. Это что ж, вас больше и не увидим совсем, да? Ну почему? Заглядывать-то буду. Ах, гостям это не то. Лучше, когда вы хозяином приезжаете. Ну почему вы все против, а? Видно, мало нам насолили. Другой отчаливает, так все крестятся с удовольствием. Я 4 года как отчалил. Хата оставалась, вроде залога. Надежда на возможное возвращение. Только вы знаете, Михалыч, вы никого не слушаете. Действуйте по собственному разумению. И так вроде все по разумению, а вот здесь вот... И вы, Клава Дмитриевна, прям скажем, сомнения эти усугубляете. Ой, Господи! Михалыч, ну я же вам... Ой. Да я же вам ничего не советую. Продавать, не продавать. Это дело такое, хозяйское. Но если опаска какая есть, тут, конечно, надо подумать хорошенько. Какая еще опаска? Ну как какая? Что молодая жена может в одно прекрасное время попросту вас отвадить? Какая она молодая. Поудаст никуда не денется. Я тоже так считаю. Ты не знаешь ее совсем. Я вас знаю. У вас нюх на хороших людей. Ну да, прям. Вон спокойно, Марина, как прожили. Душа в душу, всю жизнь. И здесь. Да нет, ну я просто уверена, что все будет хорошо. Эх, мне б твою уверенность. Ну, Михалыч, вас, конечно, не поймешь. То уверена, что она от вас никогда не откажется, то вдруг сомнения высказываете.
Засомневаешься, молодожен, 50 лет. Господи, это же самый сок. Да дело, конечно, не в возрасте. Но понимаешь, у нее своя жизнь была, длинный кусок жизни. У меня, естественно. Характеры сложились, привычки. Ну как, ломать это все, перестраивать? Допустим. Вот, подлаживаться надо, на уступки идти, а я с трудом на это иду. Если любите, капитулируйте. Ну, любите, громко сказано. А у вас что, к ней пока определенные чувства не проявились? Не знаю, Клава, не знаю. Чудно получается. Расписаться расписались, а отношения зыбкие. Да мы и не расписывались. Как? Обманывать не хотели друг друга. Решили, поживем, увидим. Дело-то сама понимаешь. Да, такое дело вести, не лапти плести. А у вас фотографии ее есть? Да я не в том возрасте. Да что вы все привидняетесь? Возраст у вас прекрасный. Еще вопрос. А она как? Красивше меня? Нет, конечно. Тогда давайте я вас с этой развилки сведу. Это как? Вы рубите концы с Татьяной Александровной, а я здесь своему обормоту даю отворот-поворот. А? И заживем за белую душу. Ну ты даешь. Волочка в ломтиках я вам, конечно, не обещаю, но и уступок никаких не потребую. Наоборот, сама сдамся с превеликим удовольствием. А чего это вас так развеселило? Ну ладно, Клава, пошутили и будет. Ты вот что. Степан-то вернется, ты жми на то, чтоб накрепко якорь в низинке бросал. Ну, детишка же пора подумать. 40 лет и... Да он приедет и не выхмеляется, ваш Степан. При такой свистопляске разве получится нормально ребенок? Идиотов рожать? Да их так вам предостаточно. Ждет. Да-да. Можно? А, ходи, ходи. Здравствуйте, Артем Иванович. Доброго здоровья, Сорокин. Присядь. Догадываешься, зачем позвал? Доспорить надо. О чем доспорить? Ну, тогда на птичнике начали. А, спорить нечего, прав ты, Сорокин. В смысле разнообразия форм политмассовой работы живем мы еще бедно. А тебя девчата хвалили. Говорят, загодя даст прочесть статейку. А потом уж по второму приезду начинает об этой статейке разговор. Надо будет поприсутствовать. Тогда зачем вызывали? Кандидатский стаж твой истекает. Пора заявление писать. Рекомендации просить. Или забыл? Присядь. Почему? Помню. Молодец. У кого думаешь рекомендации просить? Бери. В первичную организацию сельхозартели «Колос». От кандидата КПСС. Ну, дальше само собой. Хочу быть в первых рядах. Калашников на проводе. Доброго здоровья, Борис Николаевич. Да, живем вашими молитвами. Живем, хлеб жуем. А сейчас запишу. Так, значит, 17-го, 9:00 обеспечить сбор всех руководителей семинаров. Так, понятно. Занятия итоговые. Обеспечим, Борис Николаевич. Бывайте. Написал? В чем дело? Да боюсь, вы меня неправильно поймете, Артем Иванович. Валяй. Я понятливый. Не буду я писать. Не понял. Не могу. В каком смысле?
Да в прямом. Не могу. Артем Иванович, разрешите? Не разрешаю. Значит, я понял так. Писать заявление о вступлении в партию ты отказываешься. Почему? Совесть не позволяет. Ты это соображаешь? Вполне. Да, я в партии четвертый десяток лет, но ни разу не бывало, мы отказывали. Но чтобы кандидат сам вот так вот, такая вещь. Тебя обидели? Нет. На проводе? Елизавета? Почему серчаю? Ну, что тебе надо? Почему, почему? Да потому что неоднократно предупреждал. По служебному телефону звонить в крайнем случае. Артем Иванович, разрешите? Не разрешаю, Чебакова. А когда освободитесь? Откуда я знаю? Зайди через час. Пойдем в сад. Тут нам не дадут. Там свежий воздушок. Подышим, успокоимся. Ну вот. Садись за круглый стол. Садись. Предлагай простую вещь. Забудем все, как страшный сон. Ты ко мне не приходил, я тебя не видел, не слышал. Какие у тебя имеются к нам претензии? К вам лично? Нет. К организации колхозных коммунистов. Нет, у меня претензии только к себе. Какие? Все вспоминать длинно получится. Никуда не денешься. Вспоминать придется от А, по нынешнее Я. Излагать придется не единожды. В парткоме, на партсобрании и в райкоме партии. А как же? ЧП. Не каждый день бывают такие фокусы. Да какой же это фокус? Хватит, Сорокин. Вопросы задаю я. Ты в кандидаты вступал с душой? Или, может, тебе подсказали, подтолкнули? Нет, я искренне вступал. В армии. Знаю, что в армии. Так вот там вот было все честно, однозначно и понятно. И на все вопросы существовало только два ответа. Да-да, нет-нет. А здесь? Ну и что же в гражданке такого особенно непонятного? Нет, специфика, конечно, существует. Без этого не обойдешься. Существует. Чего улыбаешься? Существует, говорю. Одни воруют, другие обманывают, а третьи на это сквозь пальцы смотрят. Ну зачем же агулам? Хозяйство не из передовых, но все же. Значит, большинство из нас в порядке. Понятно. Без уродцев невозможно. Но на негатив мы сквозь пальцы не смотрим. И по возможности даем отпор. А тебе, Сорокин, скажу.
Хочешь критиковать? Критикуй, пожалуйста, я не против. Но чтобы критика всегда основывалась на точных фактах. Не знал бы, не говорил. Так, стало быть, фактами располагаешь. Тогда почему же за все время пребывания в нашей организации ни разу не выступил на собрании? Ну вот, а других упрекаешь. Сквозь пальцы смотрят. Ничего вы не понимаете. Это уж точно. Загнал меня в такой тупик, что... Артем Иванович! Чего тебе? Катерина Васильевна зовет вас срочно! Сейчас буду. Договоримся так, Сорокин. Свои соображения изложишь письменно и... Ничего я писать не буду. Будешь. Будешь, все опишешь. При вступлении в заявление указывал, хочу быть на переднем крае борьбы. А сейчас изложишь, почему вдруг расхотелось. Что случилось? Группа телевидения выехала к нам. Завтра снимать будут. Не вижу восторга в глазах. Встретим не в первый раз. Еще не сняли, не показали, а ты уже зазнался. Да я точно в таком же восторге, но никуда не денешься. Закон гостеприимства прежде всего. Съезди в гостиницу. Проверь, там вчера наши летчики-распылители-удобрители день рождения отмечали. Мало ли. Устроишь, покорми. Кто у нас дежурный по кухне? Прасковья Танцура. А, ну это сварит, как в лучших домах. После столовки отвези телевизионщиков на новостройку. Они там прикинут что-то должны. А сама ты куда? В банк еду. Финансисты по телефону и разговаривать не желают. На счету миллион, а коробку краски купить не имеем права. Как волки в загоне, флажками обложены. Нельзя, не положено. Банк ты в банк. А ты что с утра Сентимрёв смотришь? В норме. Где Павел? На площадке? Ага. У тебя как с ним? С банком, я ж говорю. Да нет, Сорокин. А что такое? Чувствуешь, что он уже и до тебя добрался? Не понял. Плешь проел. Отпусти, говорит, на грузовую и баста. Может, обидел и чем? Да ты что? Парень он исправный, и машины всегда в полном порядке. Настоящий, говорит, работу хочу. Сидит целый день в ожидании. Это ведь тоже на любителя. А он парень шебутной. Ну так отпусти. А нет. Нашему брату менять водителей не резон. Знает больше, чем мужья родные. Так может, Сорокину надоело быть хранителем чужих тайн? Это у меня тайна? А тебе он что сказал? Да не было он у меня с подобными разговорами. Угу. Тогда о чем речь завел? Ну, к слову, ты машину вызывала, я и спросил. Угу. Ладно. Банк. Михалыч, это не к вам приехали? А я вас вчера ждал, согласно телеграмме-то. Виноват, виноват, Сергей Михайлович. Гости нагрянули. Младший зять семейством пожаловал. А послезавтра старшего жду. Ага. Я и сегодня удрал, пока все спали. Ну вот. Вот эта улица, вот этот дом. Ну, домом назвать трудно, хата. Но в пору ее рождения лучше не строили. Не из чего было. Знаю, знаю, я сам в такой вырос. Ну вот. Прокатил я сейчас низинкой с конца в конец, изменился, конечно. Ну, как же. А узнается? А он там пацанами рыбу ловили, футбол гоняли.
там лошадей пасли. Девчонок по ерикам на лодках катали. Комаров кормили. Ну что ж, Сергей Михайлович, будем смотреть товар. Так вот он. Это вот обшивали, перешивали, это уж потом. А сама хотенка саманная. Да. Материал, по мне, так очень практичный. Зимой тепло, летом прохладно. А вы знаете, это все-таки счастье. Вернуться и сказать словами песни: «Здравствуй, милый отчий дом». Вам сие, конечно, неведомо. Ну как, не знаю. Ну да, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Ну, понимаете, любить деревню издалека, живя в городе, это мы все гораздо. А вот пожить здесь изо дня в день, грязь помесить, воду потаскать, печь потопить, тут как-то не очень до поэзии. Скажите, Сергей Михайлович, если это не секрет, как вы гражданином стали? Ну, какой секрет? Был здесь главным зоотехником. Так. Потом перевели в райуправление, потом в сельхозуправление области. Ну, а что же у вас ко всему этому нет? Чувство привязанности, что ли? Ну, почему? Родина есть родина. Да, но после долгой разлуки, вот эта встреча с малой родиной, как говорится, вызывает чувство сопричастности. Илья Лукич, вам не кажется, так мы договоримся, что я продавать раздумаю? Нет, ну, вам длительная разлука не угрожает. У вас здесь сын остается, вы можете приехать к нему в любое время. А у меня тут за 30 лет даже худого знакомого не осталось. На месте отчей хаты этажерочка стоит. Ну да, в общем-то, понастроили двухэтажек. О, Сергей Михайлович, напрасно себя беспокоите. Латать ничего не надо, потому что это все под нож пойдет. Как вы сказали? Под нож бульдозера, потому что новый дом будем строить. Деньги есть. Дитя мои, строители, на все руки мастера, так что думаю, что за полгода новострой под крышу подведем. Они специально отпусков своих северных не использовали, чтобы их на дело употребить. Трудно, конечно, свыкнуться с мыслью, но вы же знаете, на что идете. Ваше дело продать, а дело нового хозяина распорядиться покупкой. Все верно, все верно. Ну что ж, в таком случае, давайте посмотрим планировку, прикинем. Что ж прикидывать, когда под нож? Да нет, я думаю, что с годок мы с женой здесь проживем, в этой хате. Сергей Михайлович, вы вроде как в обиде на меня. Ну что вы, за что? А за то, что без должного трепета отношусь к товару. А что товар? Висит товар. Вы продаете, я покупаю. И отношения у нас ответственные, так что обижаться. Для меня просто как-то неожиданно, что вот не думал, что так скоро она под нож, как вы говорите. Понятно. Да, Релкич, я должен предупредить вас, что вот с огородом вопрос пока не совсем ясен. А что? Ну, я думал, что председатель по старой дружбе все быстренько разрешит. А она, видите, нас направление ставит. Ну, хочет познакомиться с вами. Ну, желание вполне естественное. Она, так сказать, хозяйка державы, ну, да. И ей не безразлично, кто въедет на жилье. Ну что ж, пойдемте с ней знакомиться, Сергей Михайлович. Ну да, в общем-то, надо. Ну, я вот сейчас вот.